Мозги болят уже столько стучат. Ой. Семёныч! Я ж видел то, что ты там, я только что дверь твою выломал! Семёныч! Да чё тебе надо, чё стучишь, руки длинные? Ну, обычные в смысле. Семёныч, не будь собакой! Отремонтируй тачку! Нам нужно ее сплавить как можно скорее. Ну, у нас тут с бабулей небольшой такой план в башке появился. Сейчас я все объясню. Я тебе сказал, за сколько отремонтирую. 20 тысяч, и все будет чики-пуки. Ну так подожди. Ну не в том плане отремонтировать. Скоро приедут эти пописячные гонщики, потому что они что-то все же подозревают, то что как будто я эту тачку у них старатый бзит. Я ничего не воровал. Ну, ну как бы да, я воровал, но для них не я воровал. Сложная схема. Смотри, что надо сделать. Бабуль, ты сейчас тащишь свою тарантайку вот эту задрыпанную. Мы из вот этой, из вот этой, видишь? Вот, отсюда. Вытаскиваем двигатель, вытаскиваем руль, педали, газ, тормоз, сцепление, все диски, все турбированные турбины, карбоновые ставки, алюминиевые двигатели, подшипники через изоленту закручиваем, гвоздики вставляем. Все, что здесь есть, перетаскиваем в бабушкину тачку. Вот в ту. То есть из вот этой пушки делаем вот ту пушку. Понимаете? Моя и так пушка, ага. Работа сложная, понимаешь? Или плати, или иди в пипуку. Да слушай, за 20 тысяч? Ты берешь за это 20 тысяч? Да если у бабушки все золотые коронки вот эти снять, да там даже на 20 тысяч рублей не выйдет. Не, как бы, да, у меня в кейсе там есть примерно еще 1060-70. Я как бы не жлоб, да, но я коплю на черный день. Я себе дачу хочу купить, а там в будущем и семья появится, ребеночек вот этот, звездюльчик маленький, его кормить надо, воспитывать в школу. Ну это я, и это я если прям уже далеко в будущее заглядывать. Все мы взрослые люди, все мы должны смотреть в будущее. Какие 20 тысяч? У тебя есть гаечный ключ? Гаечный ключ есть? Да за 20 тысяч я сам тут слесарем, механиком стану. Дай гаечный ключ. Дай. Иди тащи свою тарантайку, бабуль. Быстро давай. Вот сюда притащи в гараж. Милока, ты точно справишься? Конечно справлюсь. Давай иди тащи. Ты уверен? Моя тачка и так быстрая. Ну, если сравнивать твою тачку с состоящим асфальтоукладчиком, то тогда да, она быстрая. А так, она еле как едет, эта колымага твоя старая. Иди давай тащи ее. Давай, быстро. Сидишь, значит, пердишь, да? Мы с тобой знакомы почти с первой серии Грабителя. А ты мне, собака, до сих пор руку помощи даже не протянул. Кобыляку свою забери отсюда! На! Так. Отсюда я вытащу, отсюда сюда запиндюлю. Отсюда... Все, здесь, бабуль, охраняй. Трактор Рафика, ему нужно еще будет его вернуть. И смотри, чтобы этот Семёныч здесь ничего не... Да, вот именно, ножик достань, чтобы ничего здесь не натворил. Если вдруг услышишь или увидишь гонщиков, которые скоро должны уже сюда будут подъехать, ори во все горло, как будто дед... Воскрес! С гроба встал! Вот так ори! Потому что реально, это будет последнее, что мы сделаем в этой жизни, если гонщики узнают, то, что мы, у них реально тачку староты взяли. А сейчас... Тачка на прокачку! Снимаю двигатель и снимаю колеса. После этого тачка бабульки. И здесь также убираю вот этот двигатель ненужный и снимаю колеса. Ставлю тачку бабульки, двигатель из тачки гонщика. И, конечно же, колеса. Ля! Так, еще бы покрасить это все, чтобы незаметно было. Знаешь, Семёныч, у тебя краска есть случайно? Там баллончики какие-то. Там в ящике посмотри. Ага, спасибо. Так, ящики. О, сколько здесь бенза. Я же все же грабитель. А собака Семёныч помогать мне не хочет. Поэтому ну, 3 канистры я себе старотыбзю. Ага, вот. Так, оранжевый, желтый, зеленый, голубой. Бабуль! Тут, ой, какой цвет хочешь?
Там есть розовый, зеленый, желтый, фиолетовый, голубой и там еще какой-то есть. Какой цвет тачку покрасить? Желтый хочу очень, милок. Все будет, сейчас все будет. Берем желтый, так и... Ля, синий-желтый! Казалось бы, при чем здесь... Нет, совпадение, всего лишь совпадение. Так, и вот эту тачку тоже на всякий случай нужно покрасить. Давайте в голубой, вот так. Вот так, все. Ну, чтобы на всякий случай, если гонщики что-то заподозрят, то чтобы у меня была отмазка. Так, бабуль! Ты готова? Давай, 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 заходи, заходи. А ты говорил то, что я не справлюсь. Ага. Лови. Словил? Бабуль, вламывайся в хату. Ля, какая! Милок, это моя тачка. Твоя, бабуль, твоя, только твоя. Ты смотри, едет как монстр просто. Моя? Да твоя, говорю, твоя. Вот, вот, как она и была твоей, так вот сейчас немножко усовершенствованная. Точно моя? Да точно твоя, да третий раз тебе повторяю. Моя прям моя. Если ты еще раз спросишь, твоя или не твоя, я заново возьму и сниму с нее колеса и выброшу их. Твоя, честно. Иди сюда, я тебя расцелую. Не, бабу, это лишнее, это лишнее, не надо меня слюнявить. Не, баба, да, не, я как бы рад, что тебя очень сильно пон... Все. Обсосало все лицо. Ой, бабуля, бабуля. Прям под флаг Украины. Ты украинка? Ля, какая тачка, даже не говори. Держи свой гаечный ключ, иди нафиг отсюда. Самая модная буду. Во-во, давай, можешь ее протестить, если хочешь. Садись там, прокатайся. А ты прирожденный механик, не хочешь у меня тут автослесарем поработать? Я у тебя, я знать даже тебя не хочу. Все, ты мне не помог, ну я тебе... Слушай, Семёныч, а тебе случайно вот эта фигня на запчасти не нужна? Тут алюминиевая алюминиевый, вроде железное железо, вот вставки вот эти железного железа, и также турбированная турбина, я ее, конечно, снял, но, пригодилась бы. А, ну так... Ну, тачка элитная, элитная, за гроши я ее толкать не буду. 6 кусков, она твоя. И не спорь, я тебе даже ни на копейку меньше не дам. Она изначально стоила 1050-40, ладно. Да вообще без проблем. А, да? Ну. Спасибо, спасибо, 6000, 6000. Угу. Так, тут еще лишняя батарея какая-то, можешь ее забрать. Вот так. Все, спасибо, Семёныч, давай. Ну чё, бабуль, как тебя точило? Нормально? Ну вот, нормальные колеса, нормальный двигатель, нормальная турбированная турбина и вот нормальная жизнь. Гонит прям как тигр. Ого, что за тачка? Ля, какая точила. Нифига себе. Ля, какая малышка. Слушайте, гонщики, вы тут слюньки не пускайте на тачку бабушки. Это ее законная тачка. Откуда такая тачка, а? Бабуль, пока рано, спрячь ножик. Ну, в смысле, тачка бабульки, вот, все, чё вы прикопались? Спер, небось, да, где-то? Ты меня за кого держишь? Я на грабителя похож или что? Ну типа да, но нет! Я на нее всю пенсию потратила, ироды! Вот именно! Бабуля всю жизнь копи... Обидели бабку! Обидели бабку! Ой, извините, извините, да, вот сейчас будешь извиняться перед ней. Обидели бабку! Да бабуля все пожертвовала в этой жизни, чтобы эту тачку себе купить. Бабуль, не плачь, дурак просто. Кусок просто имбецила. Ты что, бабульку-то оскорбляешь? Ее тачка законная. Государство подарило. Милок, они спалили, что это мы тачку украли. Ничего они не спалили, не сыкуй. Все нормально. Сейчас мы разрули, и сейчас мы свалим отсюда. Ну ты собака, набухался и тачку просрал. Теперь зарабатывай на нее. Босс, извините, я куплю новую тачку, у родителей деньги возьму. Ну вот.
вот все, вот, вот вся суть ваших гонщиков. У родителей деньги берут. Больше пить не буду. Ну вот и все. Разобрались? Разобрались. Бери тачку, грузи на трактор Рафика и давай сваливаем отсюда. Моя тачка где-то вот там находится. Вот, давай к нам в гараж. Все, давайте, быстро, 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 давай. Давай, пиндюль сюда. А что там такое? Где? А в гараже? Да развалюха какая-то, я не знаю, да уже, это Семёныч Тарантайк, он там что-то с ней тут крутит, мутит, шурупы какие-то подкручивает уже, не знаю, неделю. Так вот, эта тачка очень сильно на нашу похожа. Ты дурак? Как она может на вашу быть похожа? У вашей тачки колеса есть? Здесь колес нет. Ваша тачка красная? Это голубая. У вашей тачки двигатель есть? Здесь нет. Ну вот прям вылитая наша тачка. Ну, я не знаю, честно, разбирайтесь, вот это не моя тачка, это тачка Семёныча, поэтому все, давайте сами разбирайтесь, чья это тачка Семёныча. Да-да-да, давай, текать, да. Чёрт в балаклаве, приходи к нам еще, мы тебя ждем. Да. Я вам говорил, что вы лучше с Семёнычем делов не имели! Ты прикинь, Семёныч, на твою тачку зуб заточили. Говорили то, что они сейчас ее заберут. Я говорю, нет, это твоя тачка вот с этого момента. Я же тебе ее толкнул. Вы тоже валите. С ума сошел, Семёныч! Да давай побудь по коням! Сейчас, подождите, бензина нет. Сейчас. Все, пока. Ёпер, мне трафик за прицеп убьет. Пока. Пока, Семёныч. Да ядрить меня в кочерышку. Пока. Бабуль, давай за мной на своей тарантайке. А то у нас еще с тобой очень много дел. Мы же прямо сейчас отправляемся в фитнес-клуб. А все же знают, что мы будем там делать, да? Давай тут припаркуемся. Давай, вот тут. Вот как он выглядит. Фитнес-клуб Кенгуру. Это о нем вот этот пацаненок говорил. Ага, игровые яйца и лаванда. Опа. Иди сюда, папа. Стой. Прячься. Ага, а вот это, походу, или владельцы этого клуба, или они здесь занимаются. Танюшечка, ты моя мармеладушечка. А ты мой усатый тренированный. Чмо в тебя. Они на улицу пососаться вышли или что? Танюшечка, конфетушечка, мимимушечка. Кусь тебя за носик, мой кренделюсик. Фу! Ты стошнит сейчас от этих телячьих нежностей. Прям и вырвет так от этих слов. Вот я об этом же говорю. Вышли сосаться на улицу. Никакого приличия нет. Ладно. Таких и не жалко ограбить будет. Сосутся среди белого дня. Бабуля подобные вещи, ну, лет 50 назад видела. Когда молодая была. Ладно, бабуль, пошли, узнаем, что там. Есть кто дома? Или можно заходить? А мы просто пресс покачать и жопу накачать. Все, мы уже до свидания. Пошли, бабуль. Найдем способ, как избавиться от охранника. И вынесем все, что только здесь есть. Думаешь, сможем? Бабуля, мы когда-то с тобой в жизни что-то не могли? Могли, и это сможем. Бабусечка моя мармеладусечка, давай тебя тоже кусь заносим. Я пошутил, не надо никакой кусь заносить. Бабуль, я просто пародировал этих дураков, бабуль! Ножик убери свой! Да шуток не понимаешь, карга старая!